Петра из первой главы. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». Какое наше звание? Христиане. А избрание? Мы дети Божьи. Мы царские дети. Сыны, дочери Его. Поэтому более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. То есть твердое, когда будет наше звание и избрание, тогда свободно откроется вход в это. А если, да я не знаю, да как это, да как бы что ни случилось, да кто его знает, а если что там или нет. Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем, хотя вы и то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливо же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. То есть, вы, говорите, знаете, уже слышали, но я еще раз вам напоминаю. Поэтому никогда не... А, об этом уже вроде бы и говорили уже. Чего это повторять? Да чтобы оно более укоренилось. Знаешь, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Потому сейчас я, говорит, и говорю вам об этом, что вы, когда не будет меня, вы вспоминали. А он говорил нам, нужно, говорит, всегда делать твердым наше звание и призвание, избрание. И так поступая, никогда не приткнемся. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенными баснями последовательно, но быв очевидцами Его Величества. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.